И, друзья, напоминаю, что после каждого обзора все товары у нас продаются по ценам ниже, чем в Китае. В наших группах ВКонтакте, Facebook, Instagram и Telegram. Новое видео, новый товар. Подписывайтесь, чтобы не пропустить. Ссылки в описании. Посылка с tmart.com. Первый мой заказ с этого китайского интернет-магазина. Дошел вот в таком вот пакете. Достаточно быстро, за 18 дней, почта из Швеции. Вот, ну, заказывал я у них как бы 3 посылки должно быть. Пришла только одна, и я что здесь внутри, даже не знаю. Сейчас будем смотреть вместе. Вот оно, значит. Вот так оно все пришло. Конечно же, это у нас упаковка, пакет. Вот так оно все приходит в пакете, понятно. Раз. Так, здесь у нас, ага, здесь у нас фонарик. Помню, заказывал. Так, здесь еще одна коробочка. Здесь у нас коробка одна. Еще одна коробочка. И все, здесь пусто, больше ничего нету. Значит, что приехало? Заказывал я фонарики себе, да, помню, заказывал. Значит, один дешевый такой, вот реально, вот этот, наверное, где-то в районе $2 стоит вот этот фонарь. Вот он. Все ссылочки будут в описании под видео, так что переходите, смотрите. Точную цену не помню. Вот, что здесь приехало, сейчас все посмотрим. Вот такой вот фонарик. Сколько здесь у нас? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 9 диодов. Металлический, за $2 вот такой, чтобы бросить в карман, чтобы был. Кнопка включения. Так, батареек здесь внутри нету. Вот они. Да, батареек нету. Батарейки, наверное, вот здесь. Сейчас посмотрим. А нет, здесь у нас аккумуляторные батареи. Это у нас Ultrafire на 2400 мА. Или это в комплекте уже было, или это отдельно покупалось, не знаю. Ну, короче, все ссылки я оставлю в описании, все посмотрите. Так, а это у нас фонарь посерьезней. Да, это к нему, наверное, Trust Fire. Ну, давайте сейчас по порядку все посмотрим. Ну, и здесь еще, это вторая батарейка, наверное. Аккумуляторная батарея заряжается. Да, Ultrafire еще одна. Ну, и это зарядное устройство к этим батареям. Вот оно. Вот такое. Сюда вставляем батарейку одну, вторую. Здесь вот так открывается переходник на нашей розетке и заряжаем. Ну, в конце видеоролика я все смонтирую. Ночью будет съемка фонарем, как он светит, как этот фонарик светит. Конечно же, и как вот этот светит. Все сравним, все покажу, все увидите в конце видеоролика. Значит, это у нас 30 люминов, это у нас 1600 люминов. Как бы лупит на дальность, написано в описании на сайте, 600 метров. Ну, посмотрим. Вот такой вот металлический, серьезный фонарь. Здесь вот такая вот линза, как видите, выпуклая. И там внутри у нас диод один. Это у нас средний, как бы, уровень. Здесь у нас стробоскоп. Здесь сос. Ну и здесь максимальный. Вот такой вот фонарь. Trust Fire и вот этот No Name, не знаю. Все ссылки в описании. Вот. Ну, сейчас смотрим, как он светит ночью. Итак, карманный фонарь на 9 светодиодов. Вот он. Светит в одном режиме только. Включение-выключение. Вот так все. Я думаю, за $2 светит достаточно хорошо. Ну, понятно. И Trust Fire на 1600 люминов. Вот он. Здесь у нас, конечно, пару режимов есть. Сейчас на ближнем, максимальном. Вот так он лупит. Просто супер. Вот, ну, достаточно яркий, вообще мощный. Так, здесь у нас средний режим, стробоскоп, сос и максимальный. Так, сейчас сделаем на дальний, сфокусируемся.
Вот так вот. Супер.